В межмуниципальной центральной библиотеке Орехово-Зуевского района состоялось мероприятие для школьников «Лесов. Таинственная сень», посвященное Дню работников леса. Что нового смогли узнать школьники о главном природном богатстве России, узнаете в нашем сюжете. Лес – бесценный дар природы и величайшее достояние России – легкие планеты. Поэтому отношение к нему должно быть бережное. На встрече со школьниками сотрудник Мособлеса еще раз напомнил детям об основных правилах поведения в лесу. С того момента, как лесная служба, наверное, появилась, она всегда работала с детьми, потому что дети – это та категория населения, через которую можно достучаться, в том числе и до взрослых. Ну и если сейчас ребята что-то усвоят для себя в плане бережного отношения к природе, к лесу, то, может быть, потом мы будем иметь меньше проблем, с которыми сейчас сталкиваемся. В последние годы в Орехово-Зуевском районе начали возрождаться школьные лесничества. Под руководством сотрудников лесхоза ребята участвуют в уборках лесных территорий, принимают активное участие в возрождении лесного фонда. Ну, мы работаем с 5 школьными лесничествами, но надеемся, что работа будет продолжаться. Но не только с теми школами, где эти лесничества созданы, но и со всеми желающими. Вот в плане таких встреч, бесед, каких-то акций практических. Сотрудник Мособлеса пригласил всех учеников принять участие в посадках леса в следующем году. А до того времени подобные встречи, на которых будет рассказано, как живет лес и как сохранить его первоначальную красоту, будут проведены еще не раз.